Следующий знак зодиака у нас зодиакальный знак Телец. Да. Гороскоп этого знака зодиака говорит о том, что он сильно может быть заинтересован материально своим планом. Вот. Если вы чувствуете, что зарплата на имеющейся работе слишком низкая, то срочно ищите другое место. Это хороший месяц для кардинальных перемен в деловой сфере, в финансовой сфере. А также покопайтесь в себе, отыщите таланты, которые тоже могут привести к финансовой прибыли. Накопили хорошую сумму, не спешите ее отпускать на спонтанные покупки. Лучше найдите выгодный способ вложения, чтобы деньги кормили вас в будущем. И уж тем более не завидуйте тем, кто успешнее и богаче вас. Вот зависть в этом месяце противопоказана. У Тельца немало шансов достичь желаемого, развиваться в нужном направлении, открыть свое дело. Да. Выстраивайте фундамент и не снижайте делового темпа, как советует гороскоп вам в этом месяце. Венера в Тельце, поэтому после Овна Телец тоже супер классный месяц для него, успешный, огромный жирный плюс. Поэтому в начале лета велика вероятность крупного приобретения. Это может быть ценная дорогая вещь, антиквариат или новое жилье. Прекрасно все, что касается недвижимости, очень хорошо приобретать. Но дождитесь, когда пройдет стационарность Меркурия до 5 июня. После 5 можно покупать. Все, что вы сможете удачно продать в будущем, не в ущерб бюджету, будет сделано в этом месяце. Только будьте внимательнее, чтобы вас не обвели вокруг пальца в процессе купли-продажи в середине месяца на полнолуние с негативным аспектом к Нептуну. Хороший месяц для сбора нужной информации, четкого анализа происходящих событий. Не нужно быть слишком упрямо или с долей эгоцентризма выражать свои мысли. Здравомыслие и природный реализм Тельца должен брать вверх. Да. Многие будут живо обсуждать вас не только за спиной, но и говорить правду в глаза. Разговоры будут затрагивать вашу внешность, привычки, взгляды на жизнь и негативные качества. Венера в Тельце дает возможность в первом доме Тельца преобразить свою внешность. Да. Поэтому очень хорошо делать пластические операции, покупать ювелирные украшения, вообще хороший гардероб менять. Но пока Венера в Тельце, это нужно делать до 20-х чисел успеть. Да. Конечно, вы можете блеснуть своими талантами, идеями, концертной деятельностью, удивить окружающих своими умственными, неординарными способностями, очень благоприятными. Поэтому, значит, по первому полю вашего гороскопа в первом доме Меркурий будет шествовать, придаст собранности и рациональности Тельцу. Вам удастся выкрутиться из сложных ситуаций, повысить личностный авторитет, особенно в первой половине месяца. Получайте знания, учитесь и достигайте новых высот. Ну и Меркурий издревле считается богом торговли. Вот. Значит, в июне Тельцу можно проявить себя, конечно, успешно, особенно в коммерческих сделках. Приобретайте книги, бытовую технику и, конечно, обновляйте гардероб. Не забывайте, что до 5 числа эта планета совершает ретроградный путь, поэтому в это время до 5 числа, значит, желательно не покупать новых вещей, разве что какие-то старые можно. Бдительность должна присутствовать при заключении сделок и оформлении документов. Внимательно изучайте то, что собираетесь подписывать. В этот момент Тельцу нужно доверять только себе, а не кому-либо. И во второй дом вашего гороскопа Меркурий будет переходить после 13 числа. Это благоприятное время для занятий личным бизнесом, финансовых подсчетов и выстраивания финансовых планов на очень долгий срок. Вот какое-то бизнес-партнерство может вам приходить во второй половине месяца. В любом случае, стратегический подход к таким вопросам должен быть в обязательном порядке. Нужно все совершать только после тщательного обдумывания. Если Овнам нужно импульсивно все раз-раз и в дамки принимать решение в этом месяце, то Тельцам все очень четко, точно, скрупулезно просчитывать и отличаться подходом во всех скрупулезных делах. Да. Очень хорошо повышать курсы, значит, повышение квалификации, а также кто, особенно старшего поколения, не овладел еще компьютером, либо планшетом, мобильной техникой, очень хорошее время обзавестись этим
и, значит, все-таки каким-то образом научиться, значит, коммуницировать, да, современными технологиями. Да. Но в любом случае, Тельцу благоприятно покупать и компьютер, и телевизор, планшеты, но после 5 июня. В плане здоровья в этом месяце не исключены сбои в работе желудка, кишечника, печени. Нужно обращаться, конечно, к врачу-специалисту вовремя начинать лечение. Вот. В июне, конечно, вас могут напомнить старые болячки, какой-нибудь колит там или язва. Вот. Поэтому щадящая диета, малокалорийные продукты, питание по режиму, вот что нужно вам подходить. Да. А Марс, отвечая за физическое здоровье Тельца, в июне передвинется по 12-му дому, что может давать временное одиночество, какие-то строгие рамки, избавление от комплексов, да. Но может быть общая усталость, да, душевная тоска и уход в депрессию. Это самое худшее, что в плане здоровья может ожидать Тельца.